Сегодня стали известны имена претендентов на должность главы администрации города. Напомню, ранее муниципальным учреждением руководил Александр Перескоков. 27 сентября в связи с окончанием полномочий состава Гордумы он был отправлен в отставку. И на данный момент обязанности главы исполняет Роман Морозов, бывший заместитель Перескокова. По неофициальным пока данным, в конкурсе на должность главы администрации будут участвовать министр промышленности и энергетики Илья Шульгин, начальник управления по регулированию и контрактной системы в сфере закупок областного правительства Игорь Ворончихин и начальник теруправления по Первомайскому району города Кирова Вячеслав Симаков. Ранее в городской думе заявили, что имена претендентов станут известны в понедельник, 23 октября, а сам конкурс состоится 27 октября.